Привет, это колесо.ру. В этой рубрике мы подбираем аккумуляторы на конкретные модели автомобиля. В этом видео мы подберем аккумулятор на автомобиль Volkswagen Polo Sedan. Переходим на сайт колесо.ру, раздел АКБ, подбираем по параметрам, указываем размер и полярность, но не указываем остальное. Нас интересуют аккумуляторы размером 242 на 175 на 190, обратной полярности, емкостью 60 ампер-часов и мощностью тока 540 ампер. Следует понимать, что допускаются небольшие отклонения по объему и мощности тока, однако помните, что при недостаточной силе тока могут возникать проблемы с запуском двигателя, особенно в условиях зимы, тогда как при объеме аккумулятора значительно ниже штатного появляются быстрые разряды. В обратной ситуации, когда объем сильно больше штатного, могут возникать недозаряды и, как следствие, снижение срока эксплуатации автомобильного аккумулятора. Теперь, зная нужные параметры, видим сразу несколько моделей, подходящих на наш автомобиль. С полным перечнем подходящих аккумуляторов на ваш автомобиль вы можете ознакомиться на нашем сайте. С вами была команда колесо.ру. Удачи! Приобрести диски, шины, автотовары и записаться на услуги сервиса вы можете на сайте колесо.ру. Ровных вам дорог! Пока!